Обращайте внимание на мелочи. Сегодня у вас будет шанс разобраться в том, что прежде казалось сложным, найти ответы на вопросы, из-за которых было много волнений. Люди, в последние дни сомневавшиеся в правильности сделанного выбора, поймут, что не ошиблись, и определятся с планами на будущее. Едва ли удастся совершенно избежать разногласий и споров. Но если вы не поддадитесь на провокации, сохраните спокойствие и будете снисходительны к чужим слабостям, серьезных проблем не возникнет, отношения вскоре наладятся. Овен, старайтесь мирно договариваться даже с теми, с кем прежде много спорили. Сегодня вам пригодится умение ладить с людьми. Интуиция поможет быстро найти подход к новым знакомым и понять, как лучше вести себя со старыми. Самыми важными делами вам предстоит заниматься в середине дня. Позаботьтесь о том, чтобы в это время вас никто не беспокоил. Вечер будет насыщен приятными событиями. Возможно, хорошие новости. Они обрадуют не только вас, но и ваших близких. Появятся новые планы на будущее. Их осуществление не захочется откладывать. Телец, относитесь максимально серьезно к решению любых вопросов, касающихся денег. Даже если речь идет о незначительных суммах, не спешите тратить их. Незапланированные покупки едва ли будут удачными. В остальном же день будет благоприятным. Сложные рабочие вопросы решатся неожиданно быстро. Дома не возникнет серьезных проблем, общение с близкими будет радовать. Вечером могут напомнить о себе люди, с которыми вы давно не виделись. Общение с ними окажется приятным, к тому же вы узнаете много интересного. Близнецы, утром нужно будет действовать быстро и решительно. Это удачное время для начала новых дел. Вы сразу поймете, что нужно предпринять, чтобы добиться успеха. Может произойти что-то совершенно неожиданное. Окружающие растеряются, а вы сразу поймете, как извлечь из происходящего пользу. Вторая половина дня пройдет спокойнее. Встречи будут приятными, и неважно, о чем на них пойдет речь. Вы легко найдете общий язык с самыми разными людьми. Некоторые близнецы даже смогут подружиться с теми, с кем прежде соперничали. Рак, спокойствие сохранять сегодня будет трудно, но вы уж постарайтесь. Вероятны какие-то неожиданные события, известия, из-за которых потребуется изменить планы. Ладить с окружающими будет сложнее, чем обычно, порой даже близкие будут понимать вас неправильно. Все прояснится быстро, если вы не станете сердиться и переживать из-за пустяков, не поддадитесь на провокации. Полезно будет вернуться к старым делам, не потребуется много усилий, чтобы успешно завершить их. Вероятны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки. Лев. Даже дела, которые кажутся простыми, сегодня потребуют больше настойчивости, чем обычно. Вероятны неожиданные задержки, могут нарушиться важные договоренности. Поспешные решения могут обернуться финансовыми потерями. Но трудности не напугают вас, не заставят отказаться от задуманного. Вы добьетесь успеха, хоть и несколько позже, чем ожидали. День будет благоприятным для поездок. Лучше всего отправляться в дорогу вместе с друзьями или другими близкими людьми. Вы отлично проведете время, о многом поговорите. Вероятно, знакомство, которое получит романтическое продолжение. Дева, нужно многое сделать, поэтому старайтесь не тратить слишком много времени на пустяки. Важно действовать последовательно, не пытаться решить все проблемы сразу. Суета и неразбериха сегодня будут раздражать вас, и это может привести к ошибкам. Не спешите со сделками и покупками, все, что касается денег, нужно как следует обдумать. Это подходящий день для реализации каких-то идей, связанных с бизнесом. Неожиданно найдутся желающие помочь, вы станете хорошей командой. Друзья и другие близкие люди дадут советы, к которым стоит прислушаться. Весы, спешить вы не станете и правильно сделаете. Сегодня вам предстоит заниматься делами, требующими сосредоточенности, внимания к мелким деталям. Может потребоваться помощь, но не сразу станет ясно, к кому лучше обратиться за ней. Стоит присмотреться к новым знакомым, возможно, они вас приятно удивят. День подходит для важных разговоров. Можно говорить о работе или других делах, обсуждать какие-то личные вопросы. Главное, внимательно слушать. У вас будет шанс узнать много интересного. Полезной информацией могут поделиться люди, от которых вы не ожидали ничего подобного. Скорпион, стоит пообщаться с людьми, с которыми вас связывают профессиональные интересы, коллегами, деловыми партнерами, потенциальными работодателями. Вы многих заинтересуете своими идеями. Некоторые скорпионы получат интересные предложения или узнают, что нужно сделать, чтобы в ближайшее время подняться по карьерной лестнице. Может быть, не просто сохранять спокойствие. Эмоциональный фон будет напряженным, поэтому даже на незначительные происшествия вы станете реагировать особенно остро. Но вас обязательно поддержат близкие люди.
Стоит уделить внимание семейным делам, благодаря вашим усилиям решатся какие-то серьезные проблемы. Стрелец – подходящий день для того, чтобы что-то изменить в жизни. Начинать можно с мелочей. Так вы сможете избежать лишних волнений, не создадите проблем ни себе, ни других. Стоит быть внимательнее там, где речь идет о деньгах. Тут важно не принимать решений в спешке, лучше все спокойно обдумать и взвесить. Первая половина дня пройдет относительно спокойно, вторая заставит поволноваться. В это время вероятны удивительные и странные события, совпадения, которые на первый взгляд покажутся почти невероятными. Козерог, день может преподнести сюрпризы и удивить неожиданными событиями. Но вам удастся сохранить спокойствие, не растеряться, не сказать и не сделать ничего, о чем позже пришлось бы пожалеть. Хотя у вас будет немало собственных дел, удастся помочь тем, кто столкнулся с трудностями. Ваши знания и опыт будут полезны окружающим. Вам очень пригодится умение находить подход к разным людям. Благодаря ему вы со многими поладите, не заденете ничьих чувств, даже если придется обсуждать какие-то сложные вопросы. Давние друзья поделятся отличными новостями. Водолей, постарайтесь не нервничать в начале дня. Могут произойти какие-то неприятные события, не исключены новости, которые спутают ваши планы, но вскоре ситуация изменится к лучшему. Вам же стоит обращать внимание на мелочи, детали, которые другим кажутся незначительными. Именно это позволит принять верные решения. Вторая половина дня будет плодотворной и насыщенной. Вы сделаете много полезного и для себя, и для других. Удастся быстро решить бытовые проблемы. Тут могут потребоваться расходы, да речь пойдет о незначительной сумме. Рыбы – отличный день для того, чтобы взяться за новое дело. Вы быстро поймете, как с ним можно справиться. Удастся избежать ошибок, потому что вы не станете строить иллюзий, поймете, чего сможете достичь сами и в чем потребуется помощь. Вероятны неожиданные расходы, незначительные, но досадные финансовые потери. Переживать из-за них не стоит, ведь вскоре появится возможность пополнить бюджет. Окружающие могут чаще, чем обычно, вмешиваться в ваши дела. Но это не заставит вас переживать и нервничать. Наоборот, вы будете рады получить помощь и хороший совет.